Время и дети. Новое поколение. Новые вопросы. Теория и практика в ответах профессионалов. Время и дети. Время и дети. Новый проект на Пилот Радио в эфире прямо сейчас. Меня зовут Анастасия Николаева, мои соведущие Артем Федоров, сооснователь среды образовательных возможностей СОВУМ, и Павел Хилько, основатель детского клуба «Верх тормашками», арт-педагог. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и сегодня у нас уже по сложившейся традиции в студии маленький эксперт Марк Якушев. Привет. Здравствуйте. В программе «Время и дети» мы знакомим вас с профессиональными мнениями по самым разным вопросам детства. Что делать, а чего не стоит делать, чтобы наши дети росли счастливыми, умными, здоровыми, успешными. Это мы выясняем из программы в программу вместе с нашими слушателями. Не заставить, а мотивировать. Пожалуй, одна из самых непростых задач для родителей. Сегодня мы будем разбираться, как у детей работает мотивация. И вообще, откуда она берется? Что такое внешняя и внутренняя мотивация? В этом мы сегодня постараемся разобраться. До эфира мы собирали мнение нашего подрастающего поколения, спрашивали, что им нравится в школе или в детском саду, почему они туда хотят ходить. Обязательно познакомим вас с этими мнениями в рубрике «Детское мнение». Ну а видеоверсия сегодняшнего выпуска программы «Время и дети» можно будет найти на портале «Твериград». Также нам на наш номер WhatsApp +7 920 693 54 82. Наша слушательница прислала вопрос, на который ей необходимо ответить, необходимо помочь разобраться. Этот вопрос касается ее ребенка. Обязательно сегодня озвучим в нашей рубрике «Время совета». Итак, мотивация. Мотивация детей в саде и в школе. Давайте начнем с того, что же такое вообще мотивация. Давайте коротко, потому что в прошлой передаче мы, в принципе, эту тему рассматривали в разрезе самостоятельности, да, и у нас идет, если брать от происхождения слова, мотив — это латинское движение, то есть осознание потребности некоторой, движение к ней. Ну, плюс оно там разделяется на цели, результаты и все остальное, да, и сам объект этого мотива. Но, тем не менее, это внутреннее движение к чему-либо, то есть желание этого движения. А что такое у нас стимулирование, да? Стимулирование идет от греческого слова, слово «стимул». Это палка, пастушья палка с острой пикой на одном конце, чтобы погонять скот. То есть вот отсюда мы можем сразу же плясать и показывать, что и как происходит, в принципе, да. И если мотивация у нас идет, большое разделение, есть внешняя, внутренняя мотивация, материальная, нематериальная, духовная и так далее и тому подобное. То есть вы с этим можете ознакомиться на просторах интернета, это везде есть. Вот, то лично мое мнение, что некоторые понятия прям вот немного заменены, потому что внешняя мотивация чаще всего это просто стимулирование человека, то есть именно погоняние палкой, но опять-таки может это быть и материальное, нематериальное, да, и поощрение, да, негативное и положительное, то есть, ну, чем-то, либо мы даем конфетку, грубо говоря, либо мы даем, как модно говорить, волшебного пендаля, да, в более жестких условиях, и тогда человек к чему-то стремится. Только как стремиться. Это вот. Внешняя мотивация. Это да, в основном про внешнюю. Внутренняя мотивация. Еще маленький момент, что человек замотивированный вот так вот внешне, да, это на короткий срок. То есть это не даст эффекта долгого и даже может не привести к тому, что человек достигнет того результата, на который его толкнули. Да, то есть внешняя мотивация — это такая некая батарейка, которая, как знаете, в рекламе Дюрасела, даже плохо действует, то есть она быстро заканчивается. Вот, ну, самое лучшее, что это может быть, довести его до какого-то результата. Все. То есть закончи четверть на пятерке, получишь мячик. Возможно. А возможно, это доведет до полчетверти, и где нужна будет еще одна мотивация, потому что мячик вдруг ему перехотелось. Ну, может такое быть. У ребенка меняются желания. А внутренняя мотивация — это все-таки что заставляет человека двигаться в определенном направлении. И причем внутренняя мотивация может быть как и самим процессом заинтересован человек, просто вот что-то делать. А также он может заинтересован быть самим результатом, то есть той потребностью, которая ему нужна, да. Давайте на примере. Я соберу домик, и это будет красиво? Да, то есть вы хотите красивый дворец. Я хочу дворец, но
вы можете его заработать, помыв посуду, и вам дадут деньги, вы купите дворец, либо собрать из лего, да, это две разные вещи, но мотивация-то одна, у вас потребность вот в этом вот домике, вот. А если кто-то собирает, и вы начинаете собирать кубики и строить вот этот красивый замок рядом с ним, не то, что вы хотите, а вы увлечены уже процессом, все, вы завлеклись, и вам нравится строить, вы построили замок, рядом построили конюшню, рядом еще что-то, двор. У вас мотивация на создание, которая как-то стимулируется самим процессом. Ну, тавтология, опять стимул, но да. Вот, то есть за счет того, что человеку просто нравится этим заниматься. Ну, вот как ученым, нравится что-то открывать, считать и все остальное, да, ну, периодически. Не всегда они выходят на тот результат, который бы хотели изначально, но открытие все-таки происходит. Ну, давайте вот мы опять-таки разберемся во внутренней мотивации. Она, внутренняя мотивация у детей, это всегда что нравится, ребенок делает, только то, что ему нравится, или он может делать то, что ему не нравится, но почему-то надо? Да, может быть, и тот, и так, и тот вариант. А здесь хотелось бы, да, еще дополню Павла, рассмотреть мотивацию с точки зрения, наверное, в первую очередь, социокультурного смысла, да, не сильно не рассматривая герменевтически это понятие. Вот. А в социокультурном аспекте хотелось бы рассмотреть то, что это желание человека что-то делать, вот, причем то, что он делает, это действительно может быть как результат. Это может быть как и процесс, это может быть как и эмоция, и как определенное отношение. Если возвращаться к вопросу, какая может быть внутренняя мотивация, она может быть как своя, да, что человек что-то хочет сделать, либо его к чему-то тянет, и он экспериментирует, и через деятельность подбирает то, что ему интересно, важно и так далее. Это может быть определенные взаимоотношения с родителями и другими людьми, которые для того, чтобы они оставались в рамках позитивных, нужно производить какие-то действия. То есть хочется порадовать маму, пойду помою посуду. Да, условно. Это да? Тоже внутренняя мотивация? Конечно. Да, она может быть таким образом простроена у ребенка. То есть если у него есть такая возможность это простроить таким образом, да, это может быть то, что мы наблюдаем, например, когда дети пытаются простраивать отношения к школьным предметам, школьной части, например, да, то мы сразу же видим, что им это не интересен процесс. Предмет и так, как он преподается, не интересен. То есть часто странно, что химия сама интересна, по сути, и не интересен процесс, вот этот, который происходит. Вот. И в данной ситуации они видят озабоченность родителя. Вот. И второе, то, что они сюда примешивают, это определенная социальная идентичность. То есть чтобы ты мог сказать, что ты в 3-м, 5-м, 10-м классе, ты должен выполнить определенный ритуал, определенную, скажем так, систему соблюсти. Некое посвящение. Да, и тогда тебе официально государство скажет, что ты находишься в таком классе, в таком или в таком. И вот на стыке вот этих двух мотиваций, одна внутренняя, а другая, как бы тоже вот она внутренняя, но она связана с родителями, да, ребенок делает... Со средой связанной. Ребенок простраивает у себя такую конструкцию, при которой ему... Он готов заниматься этими предметами с внутренним желанием. Вот это очень интересный момент, что возникает внутреннее желание, а, соответственно, оно не ослабевает. То есть оно постоянно... Главное его действительно не перегрузить. То есть количество нагрузки на это желание должно быть соответствующее. Потому что если после этого начать по 6 часов в день заниматься школьными предметами, она, конечно же, исчезнет. Ну, отсюда я могу сказать, что у нас вот эти вот отличники, которые называют зубрилками или еще как-то, да, которые вот выстроили такую мотивацию, потому что, в принципе, у 70-80% школьников внутренней мотивации настолько простроены именно к учебе, нету, вот просто нету, и стимулировать и на домашнее приходится, и на занятия в школах в моменте ведения, да, классных работ, все это приходится стимулировать учителю, педагогу, родителям, бабушкам, дедушкам и всем остальным. Но, опять-таки, вопрос это... Это вопрос того, это норма? Или так быть все-таки не должно? Так не должно быть. Так изначально не должно быть. Человек, в принципе, действует, потому что у него есть внутренний мотив. То есть, как бы, человек... Ну, если ребенку это не надо, или не надо так, как это дают, то надо что-то менять. То есть это вопрос к системе образования? Абсолютно.
А до программы мы собирали детское мнение. Давайте послушаем. Мы задавали такой вопрос: почему тебе нравится и хочется ходить в школу, в садик? Что тебе там нравится, в садике или в школе? Давайте послушаем, что ответили детки. Детское мнение. Нет, в школе. Потому что там нет кровати, а садики есть. Мне нравится лепка, рисование. Мне нравится еще аппликации всякие, цветочки. В садике хорошие игрушки. У меня очень хорошие друзья. И у меня хорошие очень воспитатели. Мне нравится школа, потому что я получаю там знания и могу найти друзей. Детское мнение. Вот такое вот у нас детское мнение, потому что нравится воспитательница. Правда, не уточнили, что нравится воспитательнице, потому что можно там найти друзей, даже потому что там получают знания. Что скажете по этому поводу? Ну, мотив вот садика, он понятен. То есть в садике это не настолько еще жесткая система, хотя к выпускным группам, да, как там старшие считаются, она все-таки начинает усложняться. Тут нужно говорить о преемственности, но если мы попозже проговорим этот вопрос, я расскажу в двух словах. Но смысл такой, что в садике детям дают творить, дают выбирать, дают играть. У них очень много свободного времени, они двигаются сами, работают в малых группах. То есть постоянно в движении. Да, им нравятся новые друзья, воспитательницы. Воспитательницы, слава богу, что этому ребенку в этом садике нравятся воспитательницы. У меня были примеры, когда нам воспитательница не то, что нам, всей группе не нравилось, мы с этим жестко боролись. Не буду приводить примеры. То же самое на самом деле произойдет в школе. Либо учитель первых классов воспримется детьми как вот эта добрая, хорошая воспитательница, либо он их начнет вгонять в систему строго и в авторитарном стиле. Это абсолютно разные вещи. То есть от человека на месте тоже зависит очень многое. Вот. И дальше хочу сказать, что во всех вот этих вот детских мнениях явно прослеживается. Друзья, тусовка и кое-где еще и творчество, да, то есть мало кто сказал, что я иду в школу за хорошими оценками и знанием по литературе или там, я не знаю, по высшей математике, ну, у нас поменьше дети, но тем не менее, такого мы не услышим, вот, ну, возможно, из те же 10-20% тех, кто куда-то готовится уже или что-то так скажут, но основная масса... Это уже старшие классы. Да, это старший mm-hmm. класс, но основная масса вряд ли в школе, в государственной ответит на этот вопрос так. Как мы хотели бы слышать. Ну вот у нас сегодня есть эксперт маленький. Давайте у него спросим, а нравится ему ходить в школу или не нравится. И уточнить, в какую школу он ходит тогда. А, вот. Да. Не, ну, мы говорим про государственную. Государственная средняя школа. Средняя школа, не будем называть номер. Нет, а, да. Марк Якушев у нас сегодня в эфире. Давайте у него спросим, а нравится тебе, Марк, ходить в школу? Да, мне нравится, но смотря от момента, потому mm-hmm. что некоторые предметы мне не нравятся, и это связано, опять же, с учителями, потому что учителя у нас по этим предметам строгие, они не будут церемониться, они сразу наказывают своими методами. А можно сказать, какими? В двух словах. Какие методы учителей наказали? Либо... Опять же, плохие оценки, либо просто крики, ор, к директору были проблемы небольшие. А за что вызывают к директору? Потому что не выучил задание? Нет, у нас, если что-то посерьезнее, типа вазу разбил, типа что-то сделал, ну, очень из ряда вон выходящее, это уже к директору. Но есть и такие хорошие учителя, как, допустим, ИЗО, как, допустим, русский литература у нас, классный руководитель. Это очень хорошие учителя, спасибо им большое. Можно вопрос еще тогда, да? К Марку? А вот учитель по литературе ИЗО, как они ведут урок? Они общаются с людьми, они разрешают, если ты выполнил уже задание, заняться спокойно своими делами остальными. То есть... Выполнил все, я тебе еще подкину. Нет, такого нету с этими учителями. То есть дают они... некоторую свободу. Да, ну, добрые. Для собственного творчества выражения. Но вот смотрите, извиняюсь, да, у нас просто как бы там, где я учусь, уже вводят понятие такой педагогический вот этот буллинг, который сейчас идет, ну, он идет между сверстниками, а учителя вот занимаются, в принципе, тем же самым.
То есть Крик и все остальное просто по рассказу Марка я уже могу назвать несколько школ, не зная даже, где он учится. И где есть такое. Я знаю случаи, когда люди прям уходят из-за одного учителя из школы, чтобы просто вот на их детях вот этого не было. То есть вопрос не к ребенку, не к родителям, а вот именно к тем людям, которые на месте, ну и плюс к той системе. Хотя, опять-таки, по словам Марка, некоторые могут в этой системе давать детям и творчество, и свободу. Почему другие не могут? Что им не мешает, что не дает этого делать? Вопрос последних нескольких десятилетий. Мы продолжим программу буквально через несколько рекламных минут. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим о мотивации в семье детей, мотивации в садике и, конечно же, в школе. До программы мы послушали детское мнение. Давайте продолжим про мотивацию. Понятно, что она возникает, в детстве, что родители стараются мотивировать ребенка. Мы уже поговорили о том, что родители как могут мотивировать ребенка? Либо разговорами, объяснениями, чтобы он понял, зачем ему это нужно. Или поощрением каким-либо. А вот как происходит мотивирование ребенка в садике, во внешней среде? Да, наверное, здесь и больше, наверное, к школе как раз больше вопросов. Садик, да, он не останавливает мотивацию. Uh-huh, то uh-huh. есть нормальный воспитатель. То есть тут говорить очень сложно, как там можно воспитать. Там ребенок начинает сам развиваться творчески, мы об этом уже сказали. А вот к школе вопросов больше. Да, и в принципе это можно будет экстраполировать со школы и на садик тоже. На мой взгляд, очень большая проблема в создании собственной мотивации у детей — это сама форма школы. То есть, на мой взгляд, даже те люди, которые там присутствуют, они могут быть разные, они могут хорошие и плохие быть, по-разному к ним может быть отношения, по-разному они могут быть... Но что значит тогда хорошие и плохие? Вот что, кричит, это не кричит? Сложно понять. Хорошо, давайте. Да, разные, могут быть разные. Давайте так, да, остановимся. Но мне кажется, что сама форма, потому что я знаю очень хороших педагогов, которые очень хотят передать много детям, но у них очень тяжело это получается, потому что сама форма им это не позволяет делать. Что мы вкладываем в форму, в слово форма? Для меня это можно обсудить вот первые 5 элементов, которые там есть, которые... Так, классификация уже отлично. Да, ну, с этих элементов можно начать. Первое — это наличие педагога. Что я имею в виду? Что есть человек, который заявляет свое мнение безапелляционно, который принудительно передает знания ребенку. Но это же не только его мнение, это его мнение, основанное на учебниках, на предыдущих знаниях. Да, несомненно, но он это преподает как мнение со стороны человека, который является авторитетным. Угу. И именно вот этот момент важен, что передача знаний происходит с помощью авторитета какого-то человека. А то может быть, с прямым влиянием. Просто идет авторитарный стиль. Вот Артем, да, про это говорит, что в основном все преподавание идет в авторитарном стиле. Я сказал, так правильно, вы это запомнили, выучили, завтра слушайте, мне расскажите. Ну а как о споре закон Ньютона? Но вопрос, как его дать? Ядерные физики оспорят. Вот. Не, ну вопрос даже не в том, как оспорить, а как его преподнести, как его дать, как сделать так, чтобы дети сами захотели его или просто даже узнали о нем. Как это сделать? Здесь соглашусь, да, потому что есть механизмы другого рода передачи знаний. Например? Самостоятельное изучение знаний. Мы Максим в предыдущей передаче про это говорили, да, что есть эффект, когда если человек изучает самостоятельно какую-то тему, но он же ее не в вакууме изучает, он изучает рядом с людьми ее, с родителями, с тем же, может быть, педагогом, сопровождающим человеком взрослым, да, который может помочь ему в изучении. Да, такой человек нужен рядом. Вот, но чтобы он не являлся авторитетным и авторитарным стилем, а он должен быть помогающим и сопровождающим. Как это можно реализовать, например, в школе? То есть педагог не читает урок, не рассказывает урок, не читает лекцию, а что делает? Вот смотрите, можно тут я скажу, у меня просто такой опыт, практика на этих двух выходных, этих и прошлых, да, нам преподавал Букатов Вячеслав Михайлович, это, я считаю, чудесный, великий человек, который смыслом своей жизни сделал режиссуру урока. Что было? Мы физику за 45 минут
какой-то параграф физики, не читая практически, выучили, нарисовали в конце схему и знаем. Вы взрослые. Да, мы взрослые, я понимаю, да. Но никто не помнит уже физику. Честное слово вам хочу сказать. Как в первый раз. Да, и мы дописали все это дело. И смысл такой был, мы не хотели, мы не тянулись за результатом. Мы просто играли. То есть вот это вот понятие, как геймификация, да, сейчас идет понятие везде, вставлять игры. Я наконец-то понял, что это значит. То есть есть там несколько правил, несколько золотых таких. То есть преподнесение информации в форме игры. А даже не преподносили, сделали так, чтобы у нас как квест был, чтобы мы сами искали там что-то. Мы искали в тексте буквы, мы искали в тексте глаголы, мы искали в тексте какие-то там недостающие значения. Потом еще как-то дополняли, составляли, разбивались на команды, перемещались. Хорошо, параграф вам запомнился? Параграф нет, но схему я нарисую. Ту схему я нарисую, по ней уже смогу рассказать, о чем я говорю. О магнитных полях. Вот. О. Так, ну давайте. Первое, это форма, да? Да, далее. Да, да. В форме, да, несколько элементов. И здесь все равно вот эта игра, да, которая, если она построена извне, да, и в нее вовлекают детей, да, то все равно это воздействие, и это определенного рода внешняя мотивация. То есть, да, это хорошая форма, она активизирует, но ее надолго не хватает. То есть не возникнет дальше желание у ребенка двигаться по этому направлению, пока оно у него внутри не возникнет. И вот в этом проблема, что вот эту форму, чтобы изменить, вот, говорите, что можно посоветовать в существующей школе, в существующем формате, к сожалению, практически это невозможно сделать. Те педагоги, которые пробуют это делать, они попадают сразу в очень плохую ситуацию в самой школе, потому что они начинают делать такие действия, которые не по регламенту, не по нормам министерства, не по социальным нормам школы, не по педагогическим нормам, которые обучают педагогов и так далее. То есть они становятся белой вороной. У детей. Эффект у детей есть, но это не имеет значения. Цель не оправдывается. Ну, потому что, да, есть вот много таких препятствий, которые, как бы, ну да, он может каким-то образом это... И молодые педагоги иногда пытаются это делать. А вот такие штуки. Их забивает система. Ну, конечно, они просто не справляются. Нет, есть люди, которые приняли такие системы в школе, то есть как бы, ну вот тот же Вячеслав Михайлович перечислял нам, да? В общеобразовательных средних школах. К ним на урок бегут, вот, и они делают геймификацию, она всегда разная. То есть там есть игры в снежки, там на математике, еще что-то. То есть там много всяких вещей, которые можно сделать. Ну то есть это авторские системы. Но это люди понимают, что нужно делать, применяют творчество, естественно, да, сами начинают думать. Это каждый педагог, учитель выстраивает свой урок, режиссирует свой урок сам. Но вот включая три основных правила. Постоянное движение, работа в малых группах и смена мизансцен. То есть постоянная смена вот внутри школы. То есть идет движение, движуха идет. Но я хотел про учителей сказать, что те, которые заслужили какой-то свой авторитет в школе, и при данном моменте, когда просто учителей в школу не хватает, они все-таки отстаивают и делают эти системы молодых, забивают, как Артем правильно сказал, чаще всего забивают и встраивают систему в себя. Вот. А другие либо не хотят этого делать, либо боятся этого делать, либо пытаются, результата нет, их побили. Ну, вот как школьная система, да, побила, и они сказали, ну, ладно, мы уж лучше галочки поставим против каждого примера, и пусть у нас там опять зубрят. А дети потом не захотят зубрить. Они, в принципе, не хотят зубрить. Вот как бы вот так. Ну что, Артем, давайте продолжим. Да, вы нам обещали 5 пунктов. Хорошо. Все-таки я еще раз повторю, что важна именно вот эта форма в педагоге, да, авторитет, и не только авторитетность, да, а и воздействие на ребенка, и манипулирование им. Да. Что это приводит к чему? Что если человек, ну если взять взрослого, любого человека, да, и начать производить над ним такие действия, как производятся в школе, то он очень быстро потеряет интерес вообще к происходящему при таком воздействии на него. Вот. И у детей происходит то же самое. И вот эта вот сложность в том, что это происходит у детей, у них происходит потеря желания двигаться при таком на них воздействии. Ну, при данной школе, да. Вот. И чтобы ее изменить, это очень сложная конструкция, то есть и на это нету пока что запроса поменять таким образом. Вторая составляющая этого — это расписание. То есть когда человек живет по расписанию, которое составил не он,
когда он вынужден приспосабливаться к какому-то режиму, и когда оно меняется, опять-таки же, не в его ритме, не по его желанию, опять-таки же, у него теряется желание, ну, быть в этом расписании. Вот, потому что нельзя хотеть изучать математику в среду в 10 утра, а русский в 11 утра. Это, ну, несопоставимо вообще с метафизикой человека. А на основании чего должно составляться расписание? Расписание составляется на основании конкретного человека. И у каждого оно свое. И вот, ну, понятное дело, но проблема-то в том, что никогда мы не сможем учить в одном классе одного ученика. Да, когда 30 человек в классе, когда, соответственно, у них один преподаватель, да, и преподавателей не хватает, и вот такая ситуация, да, это соблюсти крайне тяжело. Ну, то есть это константа, как правило, и это изменить невозможно. Ну, вы знаете, давайте... как, можно сделать ее более демократичным, да, вот это вот составление так. расписания. То есть как? Во-первых, есть примеры, я не буду называть, но вот, допустим, есть школа, как она называется, демократическая школа Тубельского в Москве, допустим. Там школьники принимают участие в управлении школой. И даже директора избирают. Ну, клубы самоуправления. Так, да так не называют. Клубы, директора школы избирают. Понимаете? Ученики. Это мощнейшая школа, и садик при ней. Там просто, когда я был в том садике, я захотел вернуться в детство и быть там. У директора есть предвыборная программа. Да, да. И то, что он сделал до этого, тоже же оценивается. Понимаете, все это делает школа. А насколько ученик может в полной мере оценить заслуги преподавателя и сделать правильный выбор? Общая масса учеников, тоже у них же есть советы. Один, может быть, и не может, объективно, если собираются все высказывать свое мнение, то есть они выстроили вот этот процесс. Вот. А есть школы, где расписание на неделю обсуждается с учениками. Давайте мы в этот день русский поучим, давайте в этот день. И когда приходит к согласию, составляется расписание. Человек, который пришел к согласию, да, у него нет желания в среду в 10 утра, но он дал согласие. И тут уже вопросы еще другие стоят. Некоторые манипуляции, соглашусь. Вот, но образование дается, все на него идут. Если оно дается вот так, как хотя бы, хоть чуть-чуть, как я вот рассказал до этого, то будут ходить, и будет интересно ходить. И не будет такого, что никто ничего не читать не будет и ничего знать не будут. Хорошо, второй пункт — это пункт расписания. Какие еще три пункта нас ждут, мы узнаем сразу после рекламы. Время и дети. Программа «Время и дети» продолжается. Сегодня мы говорим о мотивации. Как мотивировать детей, как родители должны мотивировать детей, как мотивация происходит в садике и в школе. Два пункта были Артемом оглашены до рекламы. Mm-hmm. Давайте дальше. Третий можно назвать систему оценок. То есть это мы говорим о том, что убивает мотивацию ребенка, да, в школе. Да, а система оценок в каком аспекте? В том, что, как правильно тоже Марк заметил, что это как инструмент воздействия и влияния, и манипулирования. Негативный стимул. Да. Причем, на самом деле, в любом варианте. И пятерки, и двойки. Вот абсолютно. Причем очень интересно то в том, что... То есть мы говорим о том, что если есть любимчики, им порой завышаются оценки, если есть хулиганы, им занижаются? Даже не об этом мы говорим. Мы говорим, что сама по себе система оценивания знаний, она неправильная в оценках. А в чем? Вот смотрите. Зачет, не зачет? Вот, ходит по интернету ролик. Учитель говорит, начинается учебный год, люди приходят, им делают срез знаний. За лето все забыли. Uh-huh. Ставятся двойки, тройки, там, ну, плохие uh-huh. оценки. А в конце четверти, а когда они выучили все, что проходит, им ставят всем по пятерке. Но она должна что сделать? Взять эту предыдущую двойку, uh-huh. прибавить к пятерке и разделить на два. И в конце что получает ученик? Ну, 4 с минусом, ну, 3 uh-huh. с плюсом. Uh-huh. Вот так как-то. Как так? Она давала знания, которые в этой четверти были, и она должна их оценивать, а не что-то среднее. Это раз. Во-вторых, да, вот как вы сказали, негативный стимул, когда вот пытаются наказать двойкой. Это тоже, ну как так-то? Двойка, что это такое? Что это за оценка знаний? А нужно разговором? Я не знаю, чем там нужно на моменте. Может быть, разговором, может, еще чем-то, может, примером. Мы про это тоже проговаривали. Если не заслужил человек пример, значит, к ней так относится или к нему так относится. Ну, авторитета в глазах учеников. Угу, хорошо. Оценки. Что еще? Да, причем к оценкам еще можно добавить такой момент, что это мотивация не только ребенка, но и родителей тоже. Да. Что педагог с помощью оценок воздействует на ребенка и через родителей. То есть он ставит определенную оценку, и родители видят оценку. Расстраивается и применяет меры. Да, конечно. Причем, если родители не реагируют, педагог поясняет, что может пояснять, что надо бы как-то прореагировать. То есть, видите, как он учится, на какие оценки, например, там, да, и это уже совсем... Хорошо, оценки, что еще?
А еще можно сюда привести, это парты. Это парты. Что здесь я имею в виду? Это то, что ребенок вынужден сидеть на одном месте и в определенной рассадке, в определенном положении, не только на месте, он не может не повернуться назад, например, да, он не может обратиться к соседу, он не может разговаривать, и он должен сидеть неподвижно 45 минут. Но это дисциплина своего рода. С одной стороны, да, но такого рода дисциплина нужна только в двух учреждениях. Хорошо, как говорят, да, опять-таки вы, да, интернет цитируете, а критикуешь — предлагай, что? В данном случае по физиологии ребенка четко видно, что это невозможно. Если взрослый еще может это какой-то на своей силе воли это сделать. Хорошо, да. Но помните, в первом классе мы писали, наши пальчики устали. Это такой минимум, который даже можно вот, ну смешно же такие Богу. Вещи в восьмом классе делать. Почему нет? Почему не делать разминку? Это вообще минимум, про который можно не говорить. Дети должны сами составить себе пространство. В принципе, даже если стоят эти парты, вот как приходят и говорят, сделайте, как вы хотите сегодня заниматься. Берут дети и парты переставляют. Почему нет? Почему нет? Почему они не могут получить здание с дальнего угла, правого там или с верхнего в школе? Какая разница учителю, где ученик получит знания? Это раз. Во-вторых, как я говорил, три золотых правила движения. Постоянное движение. Двигаемся, ищем, смотрим, меняемся, работаем в группах. Хорошо. Возможно, это урок литературы, да, но как мы проведем урок химии, когда нам необходимо там тетровать? Я вам пример давал по физике. Мы все это делали. И то же самое можно по химии. В группах работать и находить, и все. Вопрос в крайних химикатах, которые, может быть, там, ну, нельзя допустить и должен быть присмотр. Хорошо, четвертое, значит, расстановка мебели. Я готов добавить про химикаты. Мы сделали такую программу, не программу, а такую штуку по химии, когда дети с помощью реактивов безопасных, простых реактивов, осуществляют смешивание их в своем порядке, хаотичном. А у них есть определенная, скажем так, образец, как это может быть сделано, да, то есть показывается, что может произойти с этим реактивом. А дальше они могут делать все, что угодно. И вот в такой ситуации они не находятся за партами, они находятся в общем движении, в коммуникации, и более того, процесс обучения тому, что происходит, колоссально большой, потому что включается дружественное обучение, включается они, то есть они друг другу показывают, что они делают, показывают, смотри, как... Ни один ребенок не пострадал. Да, они учатся безопасные, друг у друга. Да. Вот, ну, более того, да, сопровождающий взрослый должен присутствовать. Угу. Конечно, ну, же, да, чтобы он обеспечивал безопасность, который понимает, как это происходит, какие реакции происходят, если что, он сможет вмешаться и, не, как мы в прошлый раз говорили, предотвратить негативные воздействия. Какие-то последствия, да, ребенка. Да. Хорошо, значит, это у нас четвертое, да, не понравилась вам расстановка мебели. Пятое? Ну, можно на этом закончить. Это будет домашнее задание. Домашнее задание. Само по себе домашнее задание — это негативный вообще стимул. Это даже не стимул. Что это? То есть почему? Потому что нет рядом подсказывающего человека. Не всегда может родитель подсказать, потому что не помнит, нет времени. Или что? Или это перегруз ребенка информации? Да, конечно же. Перегруз. То есть это такой уже дополнительный еще объем, который непонятно зачем делать, потому что когда он находится в классе, еще что-то, есть какой-то контакт, есть какой-то настрой может быть, да, но когда ты сидишь дома и тебе надо сделать то, что вообще как бы, ну, непонятно, что надо делать, зачем это нужно делать, почему это нельзя было сделать в классе. Времени не хватило. Понятно. Дома надо закрепить. Это объяснение понятно. Логично. Что, нет, да, оно логично, и оно выставлено для того, чтобы обучить принудительно. То есть, если даже человек не хочет, и так мы применим такую технологию, такую форму, про вот эти элементы формы, я говорю про то, что это технология принудительного обучения детей. Да даже любых людей. Если это в эту технологию поместить, если поместить сюда любого взрослого в такую технологию, принудительно можно обучить чему угодно. Надо только время взять побольше, год, и будет все хорошо. И стимул-мотивацию поставить там либо $1 миллион, либо там, я не знаю, ну, нищета там какая-то. Тоже бывает какая-то внутренняя «хочу» и мотивация «потому что надо». Вот вопрос «хочу». Ученик приходит домой и говорит, я хочу прочесть это, я хочу там, мы такую задачу решали, дай-ка я еще вот какую-то такую найду. Ну, типа, вы много как таких это. Детей знаете? Нет, не знаю много таких детей, да, но по прочесть, порисовать, да. Вот творчески, у меня просто дети достаточно творческие, они любят рисовать дома и все остальное, тут вопросов нету. Но
люди всякие бывают. Я в свое время решал одну задачку над физикой, как раз, да, бился 3 дня, чтобы ее решить правильно. Решил другим способом, отличным от педагога, но тем не менее, правильно, 3 дня я сидел. Мне было интересно получить этот результат. Вот он, внутренний мотив, да, но он выстроен системой тоже. Ну, как бы, и домашнее задание убивает время, которое они могут потратить на себя и на творчество. Убивают время, на которое они могут потратить просто на развитие, что им интересно, куда им дальше идти-то по жизни. И повторяют одно и то же по миллиону раз. Но если вы выучили 2 плюс 2, вот у меня живой пример всегда, зачем его повторять 10 тысяч раз? 2 плюс 2, вы знаете. Если вы это не поняли, вам объяснят на уроках еще раз. Если вы это поняли, решили один пример, сложили 2 плюс 2, все, вы это знаете. Не следующий раз не вспомнит, повторит. Повторит, найдет. Ну, давайте спросим у ребенка, вот зачем он ходит в школу, потому что надо, потому что ему нравится, и как он вообще понимает, зачем ему нужно сейчас учиться, а Марк в 6 классе? Ну, опять же, я не хочу сам ходить в школу, я бы с удовольствием... Честно. Да. Полежал дома на диване, но для того, чтобы получить образование, для того, чтобы поступить на бесплатное или платное обучение, платное наверняка не получится, чтобы поступить на бесплатное обучение потом, я сейчас хожу в школу, чтобы хотя бы немножко понимать, что дальше будет. А насчет оценок, это да, это за поведение выставляют очень много оценок. Это не совсем правильно, потому что человеку нужно хоть немножко отвлечься от уроков. 6 часов сидеть за одной партой неподвижно, это, ну, как бы просто неправильно. Жесть. Да. Ну, жесть, ну, правда. Вот. Посидите сами на рабочем месте 6-8 часов. Рабочий день реально взрослого человека. Марк, родители заставляют учиться? Ну, более-менее да, потому что контролирую все, потому что вот ты тут неправильно сделал, я проверила, иди переделывай. Вот насчет домашних заданий то же самое, то, что много задают. Если вы неправильно решили на уроке, будете перерешать дома, пока не поймете прям правильно до конца. Да. То есть давайте 2 плюс 2 сложим еще миллион раз. Но вот все, Марк говорит, вот все, что мы говорим, он и проговаривает. Вот ребенок. И опять-таки, смотрите, насколько выстроена эта система и структура образования, что он дальше думает, куда пойти учиться, чтобы на бесплатный. Он не думает, кем он будет. Он не думает, как он это будет делать, да, вот про то, что мы говорили. То есть не свой путь. Он думает о том, что он сейчас научится, чтобы поступить. А то, что человек придет там, допустим, со школы и сделает какой-то свой проект, допустим, и скажет, вот у меня портфолио, я могу вот это сделать. Почему его дальше не возьмут? Все, что надо, он подтянет к нему. Нужна будет физика, выучит. Нужна будет анатомия, выучит. Есть крайние специальности, которые требуют особого подхода. Там медицина, еще какие-то вещи. Вот. Но основные специальности не требуют того, что мы знаем. Я не помню там вот эти вот загогулины в высшей математике, которые мы проходили сейчас. Логарифмы и все остальное. Не помню. И они мне не пригодились. Но у нас остается буквально немного времени. И пришло время совета. Это наша рубрика. Нам прислали очень интересный вопрос. Время совета. На номер +7 920 693 54 82 в наш WhatsApp прислали вот такой вот вопрос. Мама Аня спрашивает, ребенку 12 лет. Ребенок пожаловался, что к нему пристает девочка в школе. Она проявляет знаки внимания. Девочка сыну не нравится. Ребенок сказал ей об этом. Девочка стала настойчивее. Иногда доходит до физических моментов. Пытается поцеловать. Сын спрашивает, как поступить. Мама спрашивает у вас. Артём, есть мнение? Да, есть мнение. В данном случае мы всегда говорим про то, что действительно про это надо говорить. Да, что это не нравится, но это надо говорить соответствующим, в соответствующей ситуации, да, и соответствующим тоном и посылом. Мальчику, да, девочке. Конечно же. Вот, и здесь понятно, что девочка может провоцировать, да, дальнейшие действия, но это также можно сказать, что, ну, это же понятно, что ты провоцируешь. Да, зачем это делать? Я же сказал ответ, как бы, могу еще раз повторить. То есть перевести это немножко больше в более взрослую плоскость, более сложную коммуникацию. То есть это не просто какой-то уход, там, мне не нравится там или что-то еще, а это серьезный разговор подростков.
Типа того, но они на самом деле в таком режиме-то и разговаривают. Вот, и для них это нормально, и в данном случае именно контекст, как бы, и сложность этого взаимодействия, она всегда бывает достаточная для того, чтобы они договорились. Потому что либо девочка что-то еще имеет в виду, может быть, то есть кроме вот этого внешнего проявления, да, и тогда это выплывет, потому что на внешнее проявление будет, понятно сказано, ну, все же понятно, что непонятно-то. Вот, и тогда девочка скажет, что что-то есть еще, и тогда это будет проговорено, и тогда будет результат, который устроит двух. Вот, это взаимодействие, оно также может быть, ну, переведя его в плоскость взрослости, оно станет, да, действительно взрослым, оно станет каким-то таким ценным, да, и для того, чтобы оно тоже решило эту ситуацию. Но опять-таки же это взаимодействие и коммуникация. И вот в этом-то и есть самый главный интерес. Что вот эта коммуникация, чем больше их таких коммуникаций будет происходить, тем лучше. То есть это тренировка. Это тренировка, проговаривание, это взаимодействие, и оно дает определенный опыт, дает определенную уверенность обоим, причем подросткам, да, потому что когда это... Все можно решить словами. Да, это не взаимодействие в какой-то форме там и какая-то. А может быть, еще один вариант может быть, это может быть, это игра может быть определенная, да, и тогда можно включиться в эту игру. Но это зависит от ситуации. Буквально 30 секундочек, Павел. Единственное, что бы я добавил, я бы ребенку, мальчику, предложил бы допустить девочку в область, как говорится, френд-зоны, чтобы почувствовать, что она реально хочет, вот как говорил Артем. И там может быть составлен разговор. Как его привести к этому? Задача родителей. Вот арт-терапевты, арт-педагоги это могут, ну, помочь с этим делом. Но и с девочкиным родителем, скорее всего, тоже надо поговорить, потому что вот эти ее физические приставания, тактильные, да, они могут перерасти, ну, в более грубые, возможно, или еще что-то. То есть, но нужно налаживать дружеские отношения. Эта программа «Время и дети», она подошла к концу. Мы услышимся с вами ровно через неделю. Свои вопросы вы можете присылать на номер +7 920 693 54 82. В скором времени программа будет доступна, видео ее версия, на портале Твериград. «Время и дети». Новое поколение, новые вопросы, теория и практика в ответах профессионалов. «Время и дети».